Мы в Сан-Франциско, друзья. Ох, как пахнет. Ох, какие там пирожные. Запах сказочный. Тортики, да. Но, Света, мы шли кофейку попить. А может быть, если кофеек есть? Ну что ж, хотели зайти и зайти. И зашли. Ну тут какая-то просто еда. Чикен оливье написано. Да, чикен оливье, друзья. Это же надо в китайской бейкере, да? Чикен оливье. Вот так называют. А вот уже сладенькое. Тортики. 32 бакса. Так, манго. Мусс. Пирожные. По 5.30. Вот эти мне нравятся. Друзья, те из вас, кто, может быть, даже и не гурманы, они же меня поймут. Смотрите, какая красота. О, а это эклер. Где эклер? Внизу. Вот он вытянутый, я бы сказал, такой эклер-то. Слушай, а вот это очень красиво с виду. За 5.30. Написано банана. Кранчи. Я без очков плохо вижу. Банана кранчи, но она мне должна быть кранчи. Да. Это манго мусс. Да. Ну вот вы видите. Только что зашли на плазу, думали. Слушай, это мне тоже нравится, Свет, вот этот. Смотри на него. Я хочу эклер тоже. Эклер? А еще вот этот есть. Какой? Ты мне еще вот этот, я сейчас сбоку его покажу, да? Вот этот. Хорош. Друзья, многое хотелось бы. А вот это вот макарони, так называемые. Да? Тоже очень вкусные, да. Они вкусные, они из серии «Во рту тают». Да. Слушай, а эти, знаешь, на что похожи? Из «Три толстяка». А? Почему? Не знаю, почему-то мне напоминает фильм про «Три толстяка». Про сказку. Ой-ой-ой. Так. А дальше пошли какие-то хлеба. Нет, ну просто, нет, а вот есть булочки сладкие, смотри. На хамсу похоже. Да. Ну, я, кажется, знаю, что я хочу. Это план плазы. Что, обычное дело, так они во всех местах так делают. Находишь по названию, что ты хочешь, и на карте смотришь, что все пронумеровано. Так, тут люди пиццу кушают. Ну, кому повезло? Да, слушай, а тут еще вот они сладенькое. Пошли. Тут стоял такой киоск, они говорят, подпишитесь быть водителями для Uber. Я говорю, да вы скажите ребятам, вот мы сейчас всем покажем. И они там втроем стояли, и так и не собрались. Как-то так стали отказываться. Вот так вот. Слушай, тут еще вниз, оказывается, есть этаж. Я никогда не знал, что вниз можно. Ладно. Это довольно большая плаза. Называется Stonestown, да? Да. О. Так. Тут со всех сторон какая-то жизнь. Слушай, тут, Света, тут много всяких соблазнов, смотри. Вот эти вот конусы вафельные. А? Поехали. Мы поедем сейчас на второй этаж пока. Пошли на второй этаж. На втором этаже у них, друзья, покушать много чего есть. А. Тут очень мило, знаете, особенно когда Новый год, тут еще елку ставят нарядно. Тут очень красиво. Вот мы подъезжаем ко второму этажу. Оп. Сваровские. Как много в этом слове для сердца русского слилось, Света. Как много в нем отозвалось. Я хорошо сказал? Да. Так, взял покушать, сел, free Wi-Fi, да, смотрите, free Wi-Fi, а там вот, подожди, а там покушать, вот, пожалуйста, да, тут целый фуд-корт, ну, как бы сказать,
такой продовольственный такой сбор. То есть тут много-много всяких забегалов. И в них можно покушать. А как бы вот место, где люди сидят, оно общее. Free Wi-Fi, пожалуйста. Я могу сесть тут и делать какую-нибудь трансляцию на YouTube на их Wi-Fi. Если, конечно, он потянет нашу трансляцию. Starbucks. Может быть, вот такой фудкорт или такая плаза — это то самое место, где правильно было бы снимать камеры 360 градусов. Но та, которая у меня есть, там две линзы. И, в общем-то, качество падает. Та же самая компания обещает выпустить к лету с 6 линзами. Вот, там будет хорошее качество, но я что-то пока сомневаюсь, потому что она запланирована стоит $3000, и я думаю, что как-то многовато для игрушки, для дела мне не надо. Хотел показать вам, друзья, образец такой американской рекламы. От запоров помогает. Значит, вот на живот клеишь такую штуку, и помогает каким-то образом от запора. Когда видишь тут вывески всякие, то понимаешь, здесь много хороших брендов. Вот Clarks, например, это обувь хорошая. Вот там Экко, то же самое. Aldo. Да, очень мило. Очень мило. Ну, и приятно, знаешь, что, Свет? Народу мало. Пойдем в Clarks. Clark? Обувью интересуемся. Ну, давай зайдем. Я увидел там магазин Тивана, называется. Чайный магазин. Мы зайдем, если можно будет снимать, я поснимаю. А что говорят тут? За каждые $100, которые заплатил, получи $50 купон. Вы видите столики напротив магазина Тивана. Это такой культовый чайный магазин. Мы любим там иногда что-нибудь прикупить. Там фруктовые чаи такие, нетривиальные. Ну и кроме того, всевозможные чайнички, кружечки и так далее. Значит, друзья, я буду дегустацию производить. Значит, тут чаи. Видите, они такие. Посмотрите, какие они такие, да? Вот и пахнет хорошо, но у нас есть возможность его попробовать. Да. Сейчас попробуем. Хорошо, но когда пробуешь, хочется вот купить мешочек там такого или такого. Это ягодный, а это цветочный. О, он еще горячий. Он подогревается все время. Нам он свечечки. Может быть, подогревается, да. Но тот при этом холодный. Ну там свечечки горят, вот видишь? Да, да, вижу, вижу, там подсвечивает, да. Замечательно. А этот спайсы. Я не очень хочу спайсы. Вот фруктовый, да. Фруктовый. Он прохладный. Все, я выбрасываю стаканчик. Давай я поснимаю магазин. Значит, тут есть много-много всяких, вы видите, много-много всяких чаев, да? Такие, сякие, десятые, двадцатые, какое-то чудовищное количество. Наверное, они очень вкусные. А вот там и стаканчики, вы видите, да? Вот я сейчас прикупил вот такую кружку, как справа внизу. И еще одну. Я зашел за кружкой, честно сказать. У меня была одна, очень хорошая. И куда-то делась, не могу сказать куда. Ну и в общем так вот. А больше их не делают. А вот эти стаканчики. Они, ну в смысле стаканчики, заварочные чайники. Разных цветов, но идея одна и та же. Вы, когда донышко, ставите ее сверху на стакан, значит, донышко приподнимается и вниз проливается. Вот. Поэтому я хотел прозрачную кружку, вот такую, я сказал, да? Вот такую прозрачную кружку, чтобы видеть, как наливается. И вам иногда показать, вам же тоже интересно. Вот, всякая красивая всячина. А вот тут
Смотрите, как интересно. Это, можно сказать, один из моих любимых магазинов. Я большой фанат. Не то, чтобы я там так много этого покупал, но зато очень люблю на это смотреть. И вам показывать тоже люблю. Смотрите, как. Какая прелесть. А вот, пожалуйста, сюда чайку, да? Там, да? Чай туда, водички налил, а стаканчик стекает. Ладно, друзья, забираю свою покупку. Да, смотрим со второго этажа. Немноголюдно, правда. Мы на самом деле здесь немножко пережидаем, пока трафик рассосется, чтобы нам в пробке не стоять, пока мы домой поедем. И мы еще кофейку-то так и не попили. Мы хотели кофейку попить, сейчас пойдем туда. Красота. 70% off clearance. Ничего себе. У людей распродажи. Victoria's Secret. Forever 21. Можно жить, друзья, можно жить. А вот так ходишь по магазину, подойдешь, тебе этот массажик сделают. Тоже можно. Так всегда, друзья, в жизни бывает. Сначала ты по лестнице вверх, а потом по лестнице вниз, по эскалатору. Вот и мы так. Ну что, друзья, вы безошибочно узнаете кофе латте в американском таком исполнении. Вот эта ватрушечка, это для меня. Или мы пошеримся? Нет, это моя. Это для Светы. Она очень любит эклеры, но вот этот, я даже не знаю, догадывается ли она, что там внутри. Никто не знает, правда? Пока не попробует. А это что за чай у тебя? Жасминовый. Жасминовый. Света, смотри, вот ты сидишь, тут зеркало с тобой. У меня получается сразу. Ну, тебе нравится? Нет, знаю, ничего. Время карате. Ну, давай тогда приступим. Давай. Ну что, друзья, вы видите, что немножко темнеет, немножко моросит, немножко есть еще трафик какой-то вот там на городской улице. Но пора нам ехать. Я думаю, что мы уже основное проехали. Видите, забавные у нас чуваки ходят. Да. Да. Редко такое встретишь, но вот прямо нам в кадр.